Новая порция провокационных видео от внука хабаровского миллиардера. Новости РЕН-ТВ рассказывали ранее о том, как 16-летний Григорий Мамурин развлекался, выкладывал кадры того, на что готовы люди ради денег. В новом ролике парень предлагал девушкам обнажиться, поцеловаться с ним, а также съесть тысячную купюру в обмен, например, на 3000 рублей наличными. Ты можешь съесть 1000 рублей? Съесть? Да. А вдруг она грязная? Ну, я не знаю, ну, может быть и грязная, а может быть и нет, но за 3000. Несмотря на резонанс, который вызвали предыдущие ролики, мы видим, что подростку удалось уговорить некоторых девушек на эксперименты.